которая, ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю. Я не знаю. Надо допускать проигрыш. Если ты не допускаешь проигрыш, ты не ищешь вариантов. Если ты веришь только в то, что само собой как-то свершится. Нет, это неправильно, это слабость. Это не сила, это слабость. Надо уметь смотреть правде в глаза, надо смотреть на свои сильные, слабые стороны и видеть, как это. Но общество сегодня не организовано для такой войны. Не организовано. Потому что такая война, какая битва со всем Западом, ну слушайте, кто выигрывает? Выигрывает дисциплина и железная организация. Хорошо организованная сила, великолепная дисциплина. Это решает все. Этого сегодня в нашем обществе нету. Недооценили мы единство Запада. Мы все время говорим о том, что Запад вот-вот сейчас развалится, что там какие-то эти, то там демонстрации в Берлине каких-то, то это. Да не будет ничего, ничего не развалится. Когда у него чуйка, что это он может выиграть, он будет пытаться выиграть. И это у них на подсознательном уровне. К Украине надо, конечно, относиться, и к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен, он непрост, он энергичен, он, как говорится, он в этой истории играет большую роль. Он не просто марионетка, которому это тоже не такой, мне кажется, самообман есть такой. Но надо уж тогда каким-то образом делать какие-то из этого выводы. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасная. Не надо обольщаться в том смысле, что сегодня, да, сегодня общество стабильно. Это да. Слушайте, но общество стабильно в 1916 году было еще. Весьма стабильно оно было. Понимаете? И кстати, в 88-м оно было вполне стабильно. И в 89-м было вполне стабильно. Прошлого века, я имею в виду, за три года до конца СССР. Оно еще было стабильно. А потом раз, вдруг выяснилось, что нестабильно. Это опасная ситуация. Поэтому нам ни в коем случае действительно нельзя ее проиграть. Но для этого надо сорганизоваться.